Энтаро Адун, палач. Ваша оборона Антиока возобновила мою веру в касту храмовников. Хотя я все еще помню провал Тассадара. На самом деле, я надеюсь, что ваша вера будет крепнуть. Тассадар! Где ты был? Спокойнее, судья. У меня мало времени и многое нужно сказать. Как вы знаете, зерги исчезли после падения мира землян на Тарсонисе. И хотя Конклав приказал мне вернуться домой, я был вынужден остаться. Мощный псионический позывной привлек мое внимание к отдаленно неплодородной планете по имени Чара. Несомненно, на позывной ответили и другие. Один из тех, с кем я столкнулся, был наш собрат, темный храмовник. Братание с падшими — это ересь! Подождите, послушайте меня, палач. Я многое узнал от прилата темных храмовников Зератула. Высший разум правит своими слугами с помощью агентов, которых называют мозг. Уничтожь мозг, и падет вся стая. Палач, Тассадар может быть прав. Если вы сможете продержать в оккупации зергов, моя армия проникнет на их базу и раздавит эту мерзость. Я думаю, мы можем тебе верить, Тассадар. Но я уже чувствую воздействие пятна позора падших на твой разум. Ты должен вернуться на Айур немедленно. Моя задача — безопасность Айура, а не судьи Конклава. Я вернусь, когда придет время. И вновь конец брифинга. С вами, как всегда, Дезертир. Всем привет и поехали на новую миссию. Что ж, мои дорогие друзья, что у нас есть в доступе? Естественно, у нас есть куча пробок, которые мы можем подстраивать, и плюс те, которые мы не можем подстраивать, у нас уже находятся три пробки. Вот они, собственно, стоят. У нас есть довольно небольшая, на самом деле, карта. Ну, по меркам первого Старкрафта. Мы видели и больше карты, размеры поболее были. Что я хочу здесь сделать? Я хочу перво-наперво построить... Ну, наверное, через какое-то время новые пилоны. А пока что просто подстроить ротовские гейты. Давайте этим, собственно, заниматься. Минеральщики у нас потихоньку добываются. Давай тогда ты будешь строить, раз ты у нас вновь прибывший. И вот мы построили гейт. Остальных же отправляем добывать минералы. Потому что пока что газ нам не очень нужен. А проверять, честно говоря, пока что я сильно особо ничего не буду. Давайте просто поглядим, что у нас здесь есть рядом. Наши границы, так сказать. Посмотрим, нет ли у нас здесь вот таких вот засад. Как оказалось, засады есть. И будем надеяться, что более засад здесь нет. Ах ты ж. Тем временем на нас напали. И давайте мы с вами построим так называемую здесь кузницу. Хотя на самом деле она называется вовсе не так. Но окей, кого это волнует, собственно говоря. Кого это, собственно говоря, волнует. Так. Сильно покоцали? Нет, только чуть-чуть щит сняли. И это хорошо, потому что щиты у нас восстановятся после постройки нынешней так называемой кузницы. Мы сможем построить фотонки, что усилит нашу защиту от каких-нибудь зергов мелких типа лингов. Это даст нам неоспоримый плюс в защите. Так, сколько здесь стоит экстрактор? Здесь он стоит сотню. Дороговато, но терпимо на самом деле. Так, я думаю, что надо будет посылать ребят на добычу все-таки минералов и через какое-то время на добычу газа. Также, помимо прочего, нам понадобится кибернетка.
Ну, батарея щита как таковая, хотя она не особо нам нужна, но окей. Окей. Чуть отводим. Отлично. Отлично, отлично. Так, стоп, у него не хватило минералов или чего у него не хватило? Почему он не захотел построить? А, нет, он построил, она же вот строится. Батарея щита. Давайте зарядим щит у нашей замечательной штуки. Видите? Заряжает он на таком расстоянии? Не помню, кстати. Ну ладно. Неважно. А что у нас здесь есть? У нас здесь есть возможность построить еще одно здание такое же. Построить еще больше пробок. И начать производство уже все-таки силутов. Да, и у нас не хватает минералов. Скоро у нас, кстати, будет... Точнее, не скоро, а уже у нас наступает нехватка с вами пилонов. Но это ненадолго, и это не смертельно. Давайте сделаем вот так, а те, кто выйдут, они будут идти на минералы все-таки. Так, у нас как раз плюс один зил здесь получается. Да вот, я построил тебе пилон один пока что. Тебе временно хватит. Мы построим здесь пилон. И построим, например, здесь пилон. Что наша задача? Продержаться 8 минут, уничтожить мозг. И, в принципе, все хорошо. Мы можем, по идее, уничтожать его самолично. Либо уничтожать его с помощью впоследствии подкрепления, если я правильно помню. Давно это было. Ну, в основном все это делается с помощью зелотов, потому что это довольно мощная начальная часть армии. Да не злю я тебя, что ты ко мне притесался-то? Так, давайте прокачаем клинки зелотом. Глядим, что у нас здесь есть. Так. К сожалению, есть некоторая проблема. Зелоты не умеют атаковать воздух. По нас там бьют. Нас здесь бьют сверху кого-то. На что фотонки? На цешку. Отлично, фотонки на цешку. Давайте построим энное количество фотонок. А, серьезно? Ой, я же вообще-то сказал БЦ. 150 она стоит. Я думаю, что этого количества нам вполне хватит. У нас все наши зилоты. В принципе, на ближайшее время, я думаю, этого хватит. Так, что мне нужно? Мне нужно больше зилков. Но нам не хватает минералов постоянно. Я думаю, что пак зелков построим и пойдем уже на врага. Идей должно хватить как раз таки. Так, здесь у нас еще по грейдам. По грейдам более-менее нормально все строится. Давайте посмотрим, можем мы еще одну или построить или нет. Да, можем еще одну построить. Так, сколько у нас здесь? Давайте восстановим щит. По-моему, это так работает. Хотя я могу ошибаться. Плазменные щиты. А, точно. Это... К нему? Или не к нему? Ладно, неважно. В общем, я плохо сейчас уже помню, что делали щиты в свое время. Сейчас меня заклюете, скорее всего, чем-нибудь в комментариях. И мы будем делать здесь щиты. Конкретно щиты. Так. Давайте единичку нам. Сколько здесь осталось? Совсем чуть-чуть? Ну как чуть-чуть? Это довольно долго на самом деле. Это довольно долго. Ладно, давайте выйдем. Потому что 3 минуты осталось. Выйдем, поглядим, что у нас здесь есть. Отойдем назад. Под пушечки. Под наших дорогих ребят. Не будем убиваться.
обо все, что нас хотят убить зерги. Благо мы это можем делать. С лингами мы справляемся просто как нифиг нафиг. Ну, с гидрой чуть посложнее, но в принципе тоже. А вот с воздухом могут возникнуть некоторые проблемы, поэтому мы отходим. Но лингов мы фигарим только так. Так, записываем на единичку. Здесь у нас, скорее всего, грейд уже есть. Да, грейд уже заготовился. И мы продолжаем клепать новых юнитов. Но я думаю, что перед тем, как клепать их, нужно будет подстроить сейчас, где она находится. Эдемия призраков. Или как она здесь называется-то? А кибернетку точнее. Почему Академия призраков-то? Что-то меня совсем уже не туда понесло. Совсем не туда понесло. Ладно. Щиты у нас восстанавливаются довольно шустро. Так что проблем особых с этим не возникнет. И мы продолжаем клепать на данный момент тех или иных зиутов. У нас, правда, антивоздуха особого нету, но... И без антивоздуха мы, в принципе, нормально можем выходить куда угодно. Протосс как бы медленно довольно выходит. Но им хватает, как правило, одной и двух баз, чтобы нормально более-менее развиваться. Зергам же нужно в этом плане очень много. Если поглядим, что у нас вот здесь... В принципе, особых атак на нас там быть не должно, но видите, они как бы все равно атакуют. Не должны, по идее, у нас убить его. Отлично. Вот здесь минералы, минеральные поля еще одни. Отлично. Ладно, возвращаемся вот сюда. Возвращаемся сюда. И попутно подстраиваем. Подстраиваем больше пилонов. Потому что мы можем, потому что они нам нужны. Малач, мы на позиции. Жду приказа. Вы на позиции, жду приказов. О, а эти замечательные ребята. Боже, какие они офигенные. И какие же они засранцы, когда они против вас играют. Это просто ужасно. Стоп, а почему вы так сильно разделились? Скажите мне, пожалуйста, ребята. Так. Ладненько, давайте выделяем вот эти войска, направляем их вот сюда. Выделяем эти войска, направляем их сюда. И направляем вот эти войска отсюда, по-моему, по идее. Это замечательные... В каком-то смысле просто великолепные ребята. Которые еле-еле убивают кого-либо. Так, ну пока здесь неплохо стоят, хотя лучше, конечно, стрелков вперед был провести. Да хватит бегать, психотошные. Так. У нас здесь все еще есть ребята. Строим скоробеев. И начинаем атаку. Не даем уничтожать, естественно, никого. Главное этим ребятам подсвечивать. Потому что их атака очень дальняя. У них очень дальняя атака. Очень дальняя. Так, вы-то куда? Атакуйте, пожалуйста, просто главное здание. Спасибо. Так.
Я не помню, как это работает. По-моему, надо просто постоянно было подстраивать скоробеев, и они начинали атаковать. Это очень дорогостоящий юнит, но зато очень крутой. Да, по-моему, так это и работало. Мы постоянно подстраиваем юнитов, и они атакуют. Замечательно. Работает это все именно так, как... так как и было раньше, действительно. И работает, по сути, все это замечательно. Давайте на троечку и запишем. На самом деле мы можем усилить производство наших дорогих друзей. Думаю, что и так нормально будет. Потому что, по сути, это такая нифиговая артиллерия. С какие они там? С трех выстрелов снимает эту веселую штуку. С трех-четырех примерно. О, куда вы, идиоты? Your stupid idiots. Эй, скоробеи, что же вы такие тупые-то? Хотя я предположу, что это не они такие тупые, но окей. Так глупо слить скоробеев. У нас возникла проблема, у нас не хватает минералов. Я останусь наблюдать за эффектом атаки. Возвращайтесь в цитадель. Я предупрежу вас, когда стая начнет волноваться. Что происходит? Что происходит? Почему я себя залагал? Видимо, это был диалог. Но почему-то у меня его не было. Я, наверное, попробую его вставить. Окей. Пока-пока, дорогие друзья.